Здравствуйте, я Хиллари, жена пастора Дерека. Я хочу поделиться с вами тем, что Библия говорит об исцелении. Куда бы Иисус ни шел, Он исцелял множество людей. И это не закончилось на Нем. Он сказал в Евангелии от Марка, «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения, будут говорить новыми языками, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Бог дает нам исцеление, потому что Иисус Христос заплатил за него. И я люблю начинать с этого стиха. Мы уже говорили о том, что Писание Боговдохновенно. 2 Тимофею 3:16 говорит: «Все Писание Боговдохновенно, вдохновлено Богом». Как я говорила в прошлый раз, это похоже на то, когда вы берете шар и надуваете его. Что находится внутри? Ваше дыхание. Это что-то, что вышло из глубин вашей сущности. Бог выдохнул Писание. Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча, обоюдоострого. Итак, оно боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Оно учит нас, показывает, что говорит Бог. Я хочу открыть Иезекииля 47:9. «И всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо, и рыбы будут весьма многочисленны, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми, и куда войдет этот поток, все будет живо там». Это река Божьего Слова. У потока, по берегам его, с той и с другой стороны, будут расти всякие дерева, доставляющие пищу. Листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища. Плоды их будут употребляемы в пищу, а листья — на врачевание или в качестве лекарства. Река жизни. Мы видим ее также и в 22 главе Откровения, с 1 по 3 стих. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца». Агнца, который заплатил цену за наше исцеление. 2 стих. «Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будут в нем, и рабы его будут служить ему». Мы говорили в прошлый раз, что говорение на иных языках высвобождает реку жизни, в которой живет Дух Святой. Это река исцеления, которая несет слова знания и мудрости. Она превосходит наш интеллект и молится в совершенной воле Божьей. Все эти дары, в числе которых и дар исцеления, это не наша собственность. Я слышала, как люди говорят: «О, у меня есть дар исцеления». Да, Бог может исцелять людей каждый раз, когда вы возлагаете на них руки. Но это не ваш дар. Дар принадлежит и Духу Святому, а исцеляет Иисус. Я помню нашего старого пастора библейской церкви «Новый Завет» Фреда Смита. Он был евангелистом и целителем. Конечно, он не был целителем. Он всегда говорит: «Исцеляет Иисус. Я лишь как помощник слесаря. Он просто говорит мне, что делать. Я возлагаю руки на людей, а Иисус исцеляет их». Итак, молитва на языках превосходит наш интеллект. Это молитва в совершенной воле Божьей. Мы увидим в прошлый раз, что когда мы молимся на иных языках, то это значительно укрепляет нашу иммунную систему. Одно исследование показало прирост в 30%. Но мы также можем молиться и за других, за их нужды, даже не зная о них. Кроме того, мы можем молиться тайнами, молиться за будущее. Это позволяет нам молиться за ситуации, о которых мы вообще ничего не знаем. А если бы мы знали что-то о них,
то это бы повлияло на нашу молитву. Молитва на языках – это молитва, которая обращена к сути вопроса. Когда мы молимся на языках, мы не только молимся тайнами и благословляем других, но также благословляем и наши физические тела. Я прочитаю вам данные одного исследования, о котором упоминала в прошлый раз. Доктор Карл Питерсон говорит об эффектах продолжительной молитвы на языках. «Ко мне несколько раз обращались с вопросом об эффективности молитвы в духе, говорения на языках. Она приносит пользу человеческой иммунной системе. Иммунитет активизируется благодаря химическим веществам, которые производит часть мозга, которая в основном неактивна во время молитвы на языках». Это та информация, которую мы можем получить на основании наших знаний о функционировании мозга. Мы знаем, что та часть мозга, на которую больше всего влияет длительная молитва, является большей частью мозга, влияющей на его метаболизм. Я говорила в прошлый раз, что она затрагивает различные сферы. Но я хочу сосредоточиться на иммунной системе, а также на той части мозга, которая производит эндорфины. Как вы знаете, эндорфины делают вас счастливее. А когда вы счастливы, вы здоровее. Сказано, веселое сердце благотворно, как прочество. Это доказано. А энкефалины – это химические вещества, которые производит тело. Они в 100 и даже в 200 раз сильнее морфия. Это один из главных препаратов, которые используют для облегчения боли. В итоге большая часть центральной нервной системы прямо и посредственно активируется в процессе продолжительной молитвы на языках. Для этого нужно время. Продолжительный период времени. Это приводит к значительному производству гормонов, которые, в свою очередь, повышают общий иммунитет организма. Думаю, теперь каждый понимает, что когда мы молимся на иных языках, это усиливает наш иммунитет. Одно медицинское исследование, о котором я говорила еще в прошлый раз, показало, что наша иммунная система поднимается на 30%. И я верю, что мы должны знать, что, молясь на языках, мы можем не просто молиться эффективно за других, но и за себя. Наша иммунная система перезаряжается, и эта река жизни течет из нашего духа. Мы молимся в духе, а не в разуме. Павел говорит, «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, ум мой остается без плода. Но я молюсь тайнами, когда я молюсь на языках». Исцеление – это Божья воля для каждого из нас. Мы основываемся на этом утверждении, на Слове Божьем и победе Христа на Голгофе. То, что случилось с Иисусом, подробно описывалось за 750 лет до Его пришествия пророком Исаии. И когда вы читаете слова Исаии, то понимаете, что это так. Он рассказывает о том, что случилось с Иисусом Христом. Наш Господь Иисус Христос исполнил все это 2000 лет назад. Исцеления продолжались и во времена Пятидесятницы. Сказано, что когда Петр шел по улицам, то люди исцелялись удивительным образом. Люди приносили множество больных. Множество больных. И когда Петр проходил мимо, и его тень касалась их, они получали исцеление. Это доказывает, что исцеление также актуально для нас и сегодня. Исцеления, они продолжаются и сегодня. Марка 16 говорит нам о том, что тот, кто верит в Иисуса Христа, будет возлагать руки на больных, и они будут здоровы. Я верю, что чем больше мы будем размышлять над этими стихами, тем больше у нас будет веры.
И когда мы будем возлагать руки на больных, то они будут здоровы. Также, кроме молитвы в духе, нам нужно постоянно смотреть на места об исцелении. Сказано, что они не должны отходить от наших глаз. Ведь даже если вы сейчас находитесь в хорошем состоянии, и я молюсь, чтобы так было и дальше, вы можете помочь другому человеку, который нуждается в исцелении. Если эти писания будут внутри вас, то с помощью Духа Святого, провозглашая их, сила и помазание Божье будет на них. Все это придаст веры другому человеку. Часто мы видим, как люди умирают. По новостям нам рассказывают о том, что тысячи людей умирают от различных болезней, а не только от вируса COVID. Нам нужны эти места Писания. Они должны быть у нас перед глазами. Мы не должны думать: «Ну, это все хорошо, но это не для меня». Пожалуйста, не верьте в то, что исцеления остались в прошлом с апостолами. Это не так. Они не остались в прошлом. Сказано: «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Иисус исцелял, когда находился на земле, и продолжает исцелять и сегодня. Сказано, что Иисус ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Иисус Христос вчера и сегодня вовеки тот же. На самом деле, это дорого обошлось ему. Это бесплатно для нас. Но ему это стоило всего. Давайте рассмотрим, что случилось, когда он был в Гефсиманском саду. Он молился, и капли крови падали на землю, когда он молился, говоря: «Отче, не моя воля будет, но твоя». Иисус не был трусом, но Бог показывал ему, через какие страдания ему предстоит пройти, как в духовном, так и в физическом мире. Иисус знал. Он предсказал, что будет избиваем, что у него будут вырывать волосы, что ему будут плевать в лицо. Он говорил о том, что его будут презирать, будут надсмехаться над ним, будут бить его, а затем пригвоздят его ко Христу. Но это не все. Когда Иисус был на кресте, Бог Отец возложил на Иисуса все болезни, все немощи, все грехи, все нечестия людей. Мы рождены во грехе. Это так. Все дело в Адаме. И все грехи человечества, прошлые, настоящие и будущие, все они были возложены на Иисуса, и Он заплатил цену. Знаете, что Он воскликнул на кресте? «Боже мой, Боже мой! Для чего ты меня оставил?» Он был впервые в своей жизни отделен от присутствия Божьего. Знаете, это было реальное отделение от всемогущего Бога. Мы относимся к Божьему присутствию как к данности. Любовь, сострадание, исцеление, прекрасные отношения, все чудесное, солнце, звезды и все остальное, все это принадлежит Богу и приходит от Бога. Если убрать Бога из уравнения, то нет любви, нет сострадания. Без Него есть лишь нечестие, тьма. Вот что есть без Бога. Я хочу, чтобы мы прошли 53 главу Исаии. В первом стихе сказано: «Кто поверит слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Мышца или рука Господня? Писание говорит о персте Божьем, а также о руке Божьей. Бог написал 10 заповедей своим перстом, а рукой своей Он исцеляет. Также сказано, что рукой своей Он воскресил Христа из мертвых, избавив нас от ужасных грехов и страданий. Мы возвращаемся к Исаии. Там сказано, что в Иисусе не было ни вида, ни величия.
И мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Когда Иисус ходил по земле, Он не сиял, над Ним не было нимба, как рисуют иногда художники. Он выглядел как самый обыкновенный человек. Наверное, он не был особо красив. Вот почему люди плевали ему в лицо, били его палками. Его вид не соответствовал тому, кем он был. Когда Иисус говорил о Сыне Человеческом, то имел в виду свою человечность. Но на самом деле Он был Сыном Божьим внутри, и вся Его слава и силы были скрыты от физических глаз. Но они были в Нем, потому что Он — Сын Божий. Я не знаю, почему это перевели так в английском языке. Если вы посмотрите в примечание, то увидите, что слово «скорбей» буквально означает «болей». А в другом месте, где говорится о немощах, то на самом деле там стоит «болезней». Когда в английском языке говорится о скорбях и болях, то мы можем даже и не подумать про физическое исцеление. Но если мне скажут, муж боли, знакомый с болезнями, и мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что не ставили его. Как я уже говорила, подобное нельзя было сделать с тем, кто светился. В 4 стихе сказано, «Но он взял на себя наши немощи, или точнее болезни, и понес наши болезни, или боль. Он понес наши болезни и нашу боль. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он был изъязвлен за грехи наши и мучим за беззаконие наши». Когда Божий суд, который должен был сойти на нас, сошел на Иисуса, Он сошел с невероятной силой. Он поразил его. Итак, Иисус был поражен за нас. Он заплатил ужасную цену за наши болезни. Он понес наши болезни и боли. Мы видим в Матфея 8 главе, что Дух Святой подтверждает это. В этой же главе, во 2 и 3 стихе, Иисус исцеляет прокаженного, который упал перед Ним и сказал, «Если хочешь», об этом говорилось в другой моей проповеди, «Если хочешь, то можешь исцелить Меня». На что Иисус Христос ответил «Хочу». Он протянул свою руку и прикоснулся к прокаженному, и тот сразу же исцелился. Мы также видим пример с римским сотником, у которого заболел любимый слуга. Об этом рассказывается с 5 по 8 стих. Он сказал Иисусу, «Ты не обязан приходить ко мне домой, просто скажи слово, и он исцелится». Иисус был поражен его вере. Тогда Иисус сказал ему, «Иди, твой слуга исцелен». Он поверил ему. И позже он узнал, что в то время, когда Иисус сказал ему об этом, его слуга исцелился. Этот слуга сильно мучился. Но слово Господа Иисуса исцелило его. В конце он молился за множество людей. После этого он пришел в дом Петра. Там оказалось, что теща Петра лежала с сильной горячкой. Мы знаем, что даже сегодня это очень опасно. И когда пришел Иисус, как говорится в одном из Евангелий, Он взял ее за руку, или, как говорится в других, сказал ей слово. Я верю, что Он сделал и то, и другое. Он запретил горячке действовать, и та оставила ее.
Он прикоснулся к ней и поднял ее. И тогда она начала служить им всем, готовить им еду. А ведь всего пару мгновений назад она была на пороге смерти. А затем сказано, когда же настал вечер, он исцелил всех больных. Это множество людей. Куда бы он ни шел, всюду за ним следовали толпы. За ним не шло каких-то 20 человек, как это показывают в фильмах. Нет, толпы. Толпа — это 5000 человек, и это только мужчины. А ведь были еще дети и женщины. Толпы, множество людей следовало за Иисусом, куда бы он ни шел. Он исцелял всех, кто пришел к нему за исцелением. Сказано, он исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию. Мы читали Исаию, который говорит: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Он взял все это на себя. Он взял все это. Ранами его мы исцелились. Наш учитель в библейской школе говорил: «Ранами Иисуса Христа я исцелен». Он говорил, чтобы мы повторяли за ним: «Ранами Иисуса Христа я исцелен». «Ранами Иисуса Христа я исцелен». У этого человека также есть школа исцеления, на которой люди повторяют это 30 минут без остановки. Он говорит, что к концу 30-й минуты Дух Божий сходил на людей, на большинство, и они получали исцеление от Бога. Все потому, что они верили в это место Писания. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А потом нужно было персонализировать. Но Он взял на Себя мои немощи и понес мои болезни. Я хочу бросить вам вызов. Если вы больны, если вы нуждаетесь в исцелении, то держите места про исцеление перед глазами. Я выписываю их, я делаю карточки с ними, я делаю это каждый день, потому что так легко потерять то, что не используешь. У меня бывали моменты, когда я забывала и не читала места про исцеление. В итоге я заболела, и мне понадобились места про исцеление. И когда я поняла, что должна читать эти места про исцеление, они должны быть перед моими глазами. В притчах сказано, чтобы мы держали Слово Божье перед глазами, не давали Ему удаляться от нас. На самом деле, Слово не пытается удалиться от вас. Это дьявол приходит. И я не удивляюсь, если он придет к вам, когда вы будете молиться и читать стихи из Писания. Скорее всего, вы будете чувствовать себя хуже, чем до того, как начали читать их. Но это лишь временное явление. Это дьявол пытается заставить вас поверить в то, что это не работает. Вера — это когда мы верим в то, что получили. А когда мы верим, что получили, то получим. Это то же самое, что идти вверх по лестнице. Я не могу подняться с первой ступени сразу на второй этаж. Между ними есть множество других ступеней. Иногда, когда я устаю, у меня возникают сомнения в том, что я смогу подняться вверх. Но мы идем шаг за шагом, не отчаивайтесь. И когда вы начинаете молиться на языках, иногда у вас возникает тяжесть. Вы молитесь,
и не ощущаете ничего, или вы провозглашаете Писание и не чувствуете ничего, провозглашайте все равно их, независимо от того, что вы чувствуете. Вы провозглашаете противоположность того, что сатана пытается сделать с вашим телом. Иисус говорит: «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Иисус пришел, чтобы у вас было исцеление, и исцеление в избытке. Его слово истина, слово Божье истина. Иисус понес наши немощи и наши болезни. Бог Отец, во имя драгоценного Господа Иисуса Христа, я молюсь о том, чтобы помазание Твоего Духа Святого сошло на тех, кто слышит это учение. Господи Боже, пусть вера поднимается в их сердцах, чтобы, читая места об исцелении, эти слова оживали в их сердцах. Пусть они наполнятся силой Твоего Духа Святого. Тот, кто воскресил Иисуса Христа из мертвых, живет в вас. Он наполнит ваше физическое тело Божьей жизнью. Наше служение проходит каждое воскресенье в 11 утра и в 6 вечера в Чейни Скул Холл.